Искусств научной библиотеки Тюменского института культуры открылась новая книжно-иллюстративная выставка «Русский Спилберг», посвященная 75-летию со дня рождения российского актера, режиссера, сценариста Никиты Михалкова. 21 октября, свой 75-й день рождения, отметит знаменитый актер, талантливый режиссер и многократный обладатель кинопремии Никита Михалков. Он проделал сложный путь, чтобы стать настоящей легендой советского и российского кинематографа. Одну из своих первых ролей Никита Михалков получил в фильме «Приключения Кроша». После этого фильма им было принято решение о поступлении в высшее театральное училище имени Щепкина, откуда он перешел на режиссерский факультет в ГИКО. В 1974 году состоялся его дебют как режиссера. Картина «Свой среди чужих, чужой среди своих» стала началом успешной карьеры. В 1994 году завершил работу над своей известной кинолентой «Утомленное солнцем». Историческая драма завоевала признание не только среди российских зрителей, но и ценителей кино со всего мира. Картина была удостоена премии «Оскар» номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В настоящее время Никита Михалков продолжает работать над новыми картинами. Его вклад в развитие российского мирового кинематографа еще не раз будет отмечен критиками, а яркие образы героев останутся в памяти зрителей на долгое время. В экспозиции представлены книги о жизни и творчестве режиссера. Среди книг особый интерес представляют следующие издания: «Садлер» Никита Михалков, «Василенко. Деятели искусств России», «Плахов. Под знаком кинофестивалей», «Муски. 100 великих кинофильмов», «Актеры советского кино» и другие. А также представлены материалы журналов «Искусство кино», «Киносценарий».